Ебать! Как ты без пальцев играешь? Всем привет! Под прошлым видео мы набрали 2000 лайков за день, поэтому, как и обещал, я сделал для вас новое видео. Давайте соберем под ним 500 комментариев. Я знаю, это будет сложно сделать, почти невозможно, но я почему-то в это верю. Для меня это будет мощнейшая мотивация. Еще раз, 500 комментариев, новое видео. И давайте уже добьем 10 тысяч подписчиков, там прям осталось ну совсем чуть-чуть. Для всех тех, у кого есть желание поддержать меня копейкой, я оставлю ссылку в описании. Имена всех поддержавших я озвучу в следующем ролике. Внимание! Это по желанию. С голоду я не умираю. Что сыграть? Я просто только начинающий. На твой вкус давай что-нибудь. На мой вкус? Давай, что умеешь? Что умею? Давай. Неделю занимаюсь, поэтому... Давай. Классно, здорово. Для недели это очень хорошо. Да, я тоже так думаю. Мы с учителем занимаемся. У меня там молодец, здорово. Показывают. Классно. Спасибо, я стараюсь. Учитель, конечно, получше меня играет. Ну, у него крутые песни произведены. Ну, ничего, ты научишься так же играть. Да, у меня вообще цель научиться играть вот тут это. Классно. Что, получается девочек клеить тут с такой системой? Ну, мне тут не для этого. А для чего? Я видос снимаю. А, классно. Поэтому ты будешь в видео. Классно. Я за. Это хоть и реакция была никакая, но, в принципе, сойдет. Надо было сделать так, давай перепишем, давай сделать так. Как здорово! Нет, так мы делать точно не будем. Давай, играй, братан, чё стоишь? Давай, сыграй что-нибудь, братан. Ничего себе, ты похож на Ice Cube. Да похуй, сыграй что-нибудь, пожалуйста. Чё сыграть-то? Ну давай, сейчас попробуем. Ебать! Как ты без пальцев играешь? В смысле? Ну же не ты играл же. Я что-то не понял. Ну давай еще раз. Не раз, да. Базара нету, красавчик, отвечаю. Красавчик, отвечаю, вообще четко. Слушай, а подожди, ну не переключай, стой. А что-нибудь такое можешь, допустим, там, что-нибудь мексиканское, что-нибудь итальянское, латино что-нибудь? Что-нибудь такое испанское, да? Да. Ух, бля, четко. Yeah.
Ты за кого? Ты мужик! Мужик, я тебе отвечаю, братан. Красавчик. Да ты красавчик, чувак. Ты вообще на Ice Cube похож. Ты о чем вообще говоришь, а? Да, не, хорош, завязывай. Отвечаю, уля, вообще молодчик. Отвечай, лайк, отвечаю. По-братски. Ты играешь? Я играю. Ты играешь что-нибудь там? Ну, давай. Классно. Красиво. Спасибо. Вам понравилось? Да. Вы серьезно поверили, что это я сыграл? Это не ты был? А это я был? А ты не ты. Пранк. Ты пранкер? Ладно. Какой я пранкер, ты еще? А почему ты... Нет, а сам играть можешь? Ой, сам. Сложно. Класс. Или нет? Что, опять не я сейчас играл? Не знаю. Ты на Шайа Лабаф похож. Вы мне не первый, кто это говорит. Ты похож на Диму Билана. Ну, это было обидно, на самом деле, сейчас. Лучше на Шайа Лабаф быть похожим. Да? Согласен, да. Just do it! Как тебе? Ну, хорошо. Всегда мечтала научиться играть на гитаре, но даже начала это делать, но потом забросила. Ты всерьез сейчас подумал, что это я, да, играю? Нет, потому что когда ты поправлял волосы, аккорды не изменились. Я не знаю, почему. Значит, ты раскусила меня, что это не я играл, да? Просто волосы поправил, а мелодия не изменилась, а руки на аккордах не было. Да ну нет. Да. Это я играл сейчас еще. А как? Ну, сделай так еще раз. И ты просто руку убрал. Так. Типа еще раз сыграть? Да. Другой рукой до этого поправлял волосы. А, все, ладно, хорошо. Окей. Все, поверила, что просто... это я играю? Да я не знаю, я запуталась. Запуталась? Ну а... Да, все, ладно.
Все, ты поверила, что это я играю, так? Да. Сейчас такой, это не я играл. Это я играл, все хорошо. Я не вернусь, так говорил когда-то, и туман глотал мои слова и превращал их в воду. Я все отдам за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу. Хорош. А не сыграй. А чё, ну я даже не знаю, ну давай, что я. Вот. Крутяк, System of a Down не ожидал услышать. Вообще огонь, красава. Спасибо за просмотр. Обязательно поставь лайк и подпишись. И еще, важная информация. Это не реклама, просто помощь для своего друга. Если ты увлекаешься музыкой и не хочешь пропустить новый альбом любимого исполнителя или группы, то обязательно подписывайся на паблик ВКонтакте Mom Calls Me Pasha Music. Если у тебя нет времени послушать альбом целиком, там ты найдешь для себя решение. В группе представлены сэмплеры как к новым пластинкам, так и к уже проверенным временем и прослушиванием альбомам. Подписывайся на паблик и следи за новинками музыкальной индустрии. Еще раз спасибо за просмотр. Пока!